крутил влево, чтобы не дай бог что, не дай бог, прицеп хотя бы туда, налево уходил, а не просто назад катился. Ну метров 100 и дальше все, ничего не видно, короче. Ни подъем, ни поворот, что там, только на знаки ориентируюсь. На разметку хотел сказать. Но плюс немножко того, что снег сейчас на асфальт нападал, на лед. И температура минус 5, и немножко как-то, как будто лучше держит дорогу, что ли, машина сейчас. Ну вот, друзья, перевал Тит. Я не зашел сюда. Всем доброе утро. Смотрите, что у нас тут происходит. Вчера поднялись на перевал Тит. Смотри. А, все в снегу нафиг. Все во льду. Здесь лобач. А вот сейчас как-то это все скоблить. Температура, кстати, минус 9. Только что стало, было минус 10. Ну ничего, автономка хорошо греет. Воздух ушел. Сейчас накачаем. Машине тепло, хорошо. Вчера перчатки купил. Вот эти. Вообще нормальные такие перчи. Ништяк. Время 1.54 по Москве. Здесь плюс 6. Так, пускай машина греется и прогревается, и воздух качает. И обдумываться. Сидеть забило парня, вообще я не знаю. Малышка, он застрял тоже на подъем. Вообще снегопадище, пацаны. Это да. Все сюда замело. Но спать было на удивление не холодно. С ума с этим, мы отсюда еще не выйдем, походу. Ходом вперед туда вылазить. Все, друзья, мы тихонечко поехали пробовать выбираться отсюда. Газу побольше, Сереж. Дальше говорят, какое-то ДТП там что-то. Скользко очень, ну, тихонечко, я думаю, пойдем. О, блядь, ни хрена! Там такая ямка, смотрите внимательнее, ребят. Вот мы втроем, я, парни с автолидера и скамеечка с нами тоже едем. Ну все, братва, от первого лица просто на изи. Поехали. С Богом. Вот это тот самый тот перевал, братва, который я не мог забраться. Вот этот вот поворот. Не мог забраться. И вот ночевал вот здесь, слева. Вот сюда не мог забраться никак. Мужики, пока все нормально. Тут посыпано, все хорошо. Дальше посмотрим вот сейчас. По рации говорю ребятам. Автолидер идет, парни, и скамеечка за нами. Ага, скользко. Пристегнусь на всякий случай все-таки.
Прохождение не тормози, дружище. Вот это да. Это трындец, блин. Полный. Ребят, не наблюдая, но останавливаться здесь не нужно. Скользковато, потому что. Идем. Усложняет то, что еще встречный транспорт, и нужно как-то разъезжаться. Здесь полоса, полторы полосы. Давай, двигайся, Ниссанчик. Разъехаться надо. Плавненько к ходу, плавненько. Что-то делка здесь прилип. Ночевал тут, что ли? На цепях. Ну да, значит, просто ночевал. Замело конкретно все, ребят. Просто пипец. Температура минус 7. Напомню, сегодня у нас, сам себе тоже напомню, 5 октября. Сегодня день рождения у друга, надо будет его поздравить. Но сети нет. Сейчас, так. Впереди что у нас, подъем, да? Блин, хотел дождаться парней, но... Впереди подъем, и если я сейчас остановлюсь, я, может, уже и не смогу так разогнаться. Парни, идете, Рус, на Нюрку? Аккуратненько, аккуратненько. Сильный ветер еще, понимаешь? Да, а я пустой. Включу задние противотуманки, чтобы лучше было видно. А то там сзади такое завихрение снега. Сейчас, если фура пойдет, я не знаю, как мы будем разъезжаться. Я не знаю, где здесь обочина, блин. Ну, то есть, где она заканчивается. Может, у него больше. Ну, тут, по-моему, примерно посередине у нас. Ходику, ходику. Офигеть. Вообще ничего не видно дальше. Вот 100 метров, наверное. Непонятно. Поворот, подъем, только по навигатору немножко. И вот знаки. Так, поворот направо и подъем. Тогда хода небольшую. Вот если кто без фар идет, это будет вообще пипец полный. Что здесь встали? Парни, можно вас обойти? Охереть, бля. Ебать, пиздец.
не забрался нихера, блядь. Иду назад, сдаю. Больше деваться некуда. А я все аккуратненько сдаю назад. Дело в том, что здесь у меня права на ошибку вообще, пацаны, нет, короче. Если я сейчас немножечко съеду с дороги, я уже наверх сам не поднимусь. И на цепях парни здесь стоят, на подъем они не могут подняться. Короче, права на ошибки у меня просто нет. Я очень аккуратно назад сдаю. Справа вообще не видно полосу, куда там, блин, ехать. Будем ориентироваться по этой машине. На всякий случай немножко вот так вот. Выпрямляемся, Сереж. Так вот. Еще немножко правее здесь, что ли? Хватит места брать? Думаю, хватит. Давай, Вольво, на Якутск спускайся, пока никого нет. Да-да, давай, пока никого нету на подъем. Та-та-да. Такие вот маленькие поднимаются, нормально. Или без цепей. Охренеть. Ну, у него два моста сзади ведущих, так идет. А у нас один. Цепи здесь не помогают. Снега до хрена. Ну, надо попробовать цепи, попробовать все равно. Сейчас все равно одену их, одену стекло. Одену цепи, будем что-то пробовать. Ну вот тут вот впереди меня две машинки тоже на цепях стоят. И Тека стоит, он без цепей. И вот следующие две фуры после него, тут три машины передо мной, они на цепях стоят. Им там осталось-то вроде совсем, вот оно, ничего, но нифига. Короче, ребята стоят со вчерашнего дня. Не знаю, что делать, тоже не поднимаются. Пустые на цепях. Я, конечно, сейчас тоже цепи попозже одену. Фу, блин. Охренеть скользко, парни. Вообще просто пипец. Самая проблема в чем? Отбойник поставил этот. На ручнике и еще башмак засунул. Самая проблема в том, что если даже ты сейчас вниз спущусь, да, я? Там снова подъем. Я назад не заберусь в подъем. Хотя он скамейка, по-моему, что-то там пытается наша, офигеть. Ты что, она оттуда добралась уже? Так, там встал. Скамейка пошел. Собака, вди. Ой, хорошо идет. Давай. Дальше. Ну. Не бойся. Да. Вот так вот. Мы тут живем. Блин. Собаки какие-то бегают, голодные. Это же немецкая овчарка. Да, дружище? На, держи, не ищи. На, еще. Есть еще. Кушай. Что есть, то даю. Хлеба нет. Продукты самого, блин, все закончились уже почти. Все, брат, пока все, ладно? Ладно, сейчас немножко лопатой здесь окопаюсь. Буду цепи ставить. Короче, парни, вот так вот немножко откопал. Чтобы понимание было, откуда мне можно сюда приблизиться назад.
чтобы не близко к дороге стоять. Вот. Здесь вот уже гравийка, здесь асфальт. Сейчас цепи одел, попробую немножко вперед, а потом вот сюда вот поближе пристроюсь, потому что машины гоняют рядом со мной. Еще. Полный трындец, братва. Дай бог я отсюда выберусь. Вот я сюда больше не поеду. Зимой это точно, блин, вот нахер надо, ни за что. Скажу, сами вот едьте, если хотите. Мне оно, вот эти вот приключения здесь нахер не нужны. Выход, парни, только один. Спускаться назад. Карабкаться задним ходом в тот подъем. И на цепях пробовать разогнаться. Тут кто-то залазит, кто-то не залазит. В основном вроде залазит. Нет, парни, ни хера не поднялся. Теперь я, конечно, самый первый, но я нифига не поднялся. Там следующий дафик спускается вниз. Тоже будет пробовать. Ой, дерьмо. Знаете, что план какой есть? Небольшой. Я вот посмотрел, тут где я шел, пласты снега снимает, а там асфальт. Там вот дальше асфальт. Может попробовать лопатой это все снять, не знаю, с обочины камушков искать, насыпать, цепи снимать и потом только ехать. По-другому я не знаю как. Тихонько выбираемся. Блокировка, первая передача. Короче, грейдер все прочистил. Камнями потом все накидал. Здесь себе под колеса. Цепи снял. И вот тихонько иду. Парни там с автолидера идут вниз. Сейчас будут на разгон идти, короче. Разгоняться будут. Пока так вот иду, даже переключаться не хочу, но его нафиг. Еще немножко, родной. Еще чуть-чуть. Я как шел, пацаны, на первой передаче, так и иду. Хотел на вторую перейти, но что-то думаю, нет, наверное. Все-таки подъемчик. Если я сейчас немножко, думаю, вот закосячу, будет жопа полная, блин. Давай, родной, вот оно, почти, почти. Сейчас спуск у нас будет. Ну, почти вроде братва. Вроде почти что все. Давайте. Вторая. Все, автомат. Автомат сразу шестая скорость. Все, слава богам. Поднялись. Короче, паркуемся здесь в кармашке. О, здорово, я не бритый, вообще пипец, парни. Немытый, небритый уже неделю, наверное, пацаны, представляешь? Вот такая вот работа дальнобоя бывает. Вот скамейка вместе с нами. Ну, мы две машины держимся. Два парнишки, молодые тоже. Вот они сейчас к тому зелененькому прижмутся, я рядом с ними встану, чтобы завтра выпрыгнуть. Дальше хотели ехать, полицейские навстречу попались, прям здесь сказали, типа, не-не-не, парни, дальше не суйтесь вообще. Дальше делать нечего. Вот такие вот дела. Сейчас буду парковаться рядом с парнями и ждать завтрашний день.